Ого! Моющий кокон? Хотите освобождение от налогов? Освобождение, да, точно. Осталось? Налог на собаку 14 евро. Но это к моему коллеге. Я оплачу. В этой жизни надо что-то менять. Знаешь, о чем я всегда мечтал? Майами. Да что делать в Майами? А стриптиз танцевать? Мы пойдем за мечтой. Билеты в один конец. Да. Что ж, а вот это, думаю, можно взять в ручную кладь. Добро пожаловать в Майами! А это наш будущий клуб. Топовое место. Какой будет стиль? Крематорий, да? Вдвоем нам не справиться, Юрит. Женщины хотят видеть мужиков, а не слащавый бойсбенд. Хочешь приватный танец? Можешь трогать все. Отличный клуб для педиков. Да нет, это для женщин. У меня чувство к тебе, но я не могу дать тебе то, что ты ищешь. Нам надо превзойти себя. Пришлите подмогу! Три расчета! Я хочу, чтобы наш клуб имел оглушительный успех, Бас. Мне нужна только ты. И что дальше? Что ты мне можешь дать? Конкурс танц. Победитель забирает клуб на следующие 5 лет. Итак, кто победит? Кому достанется корона? Никогда не раздевался перед дамой. Ты же вроде стриптизер. А, да, точно.